В нынешнем году по указу президента в стране была создана Федеральная служба войск Национальной гвардии. Главная ее задача определена как обеспечение государственной и общественной безопасности. Отделы Росгвардии формировались во всех регионах. О том, как прошел начальный этап в нашей области, сегодня рассказали на брифинге. Для России Национальная гвардия – структура новая. Она создана по указу президента Владимира Путина 5 апреля этого года. Новгородский территориальный отдел образован 1 октября. В его состав вошли подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, СОБР «Рубин» и ОМОН «Варяг». Сейчас уже можно говорить о том, что первый этап создания в нашем регионе новой службы завершен. Создано юридическое лицо, открыты счета, произошла передача имущества. Произошло и главное – личный состав переведен из системы МВД в штат отдела Росгвардии. Очень важно в этом моменте было то, что в этот короткий срок перевода мы не должны были сорвать мероприятия по выплате денежного удовольствия сотрудникам подразделений, заработной платы гражданского персонала. По факту все сотрудники продолжили исполнять свои прежние должностные обязанности, но теперь в составе нового подразделения. Поэтому, несмотря на короткий срок существования, Новгородская Росгвардия подводит предварительные итоги 2016 года. Под защитой вневедомственной охраны сегодня находятся почти 5000 объектов, 1500 из них квартиры. Группы задержания пресекли более 180 преступлений. Одним из ключевых направлений работы нового ведомства стал контроль за оборотом оружия. На учете сегодня состоит почти 34 тысячи его единиц. Оружием в Новгородской области владеют более 21 тысячи человек. Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы совместно с подразделениями МВД области за текущий год проведено 12 956 проверок обеспечения сохранности оружия по месту жительства граждан. В ходе проведенных проверок выявлено 1089 нарушений установленных правил оборота оружия. 1067 владельцев оружия привлечены к административной ответственности. Подразделения Новгородской Росгвардии оказывают населению 27 государственных услуг. 94% заявителей за 11 месяцев получили их в электронном виде через единый портал. По этому показателю наш региональный отдел занимает лидирующую строчку в Северо-Западном округе. Что касается отрядов быстрого реагирования и особого назначения, то сейчас их взаимодействие с подразделениями МВД происходит на основании совместного приказа двух ведомств. Сотрудники АВО по-прежнему участвуют в плановой охране общественного порядка на новгородских улицах. В обеспечении правопорядка во время массовых мероприятий задействованы сотрудники спецподразделений. Ольга Ионова, Сергей Корнев, новости Новгородское областное телевидение.